Всем привет, ребята, и с вами снова я, Ева, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, что же в школе меня бесит больше всего. Ну а перед началом этого видео обязательно подписывайся на мой канал и ставь свой радужный палец вверх. Господи, у меня такой голос низкий сейчас был. Ну или мне показалось. Ну а мы полетели на единороги. Свободного члена и нет икса в первой степени. Если нет свободного члена, решаются они элементарно. Если у нас с левой частью уравнения стоит какое-то выражение. Справа ноль. Значит, с левой части это выражение равно. У нас А не может быть равно нулю. Это последний раз. В следующий раз делай сам. Честно, последний. Спасибо. Не за что. Сливается в одну точку. Первое и второе равно. Как решается это уравнение? Очень часто встречается такое уравнение, когда без свободного счета. Решается уравнение. Ты вчера говорила, что это был последний раз. Блин, тебе сложно или что? Мы не разговариваем на уроке. Блин, я начала урок и минуты. Слушай, Лен, а это можно домашку списать, то я не сделала? Да, конечно, конечно. Вот, вот это только перепиши. Вот. Спасибо большое, правда, выручила. Ну, да. Это, извини, можешь, пожалуйста, мне домашку дать писать, то я себе дома забыла. Ну, блин, знаешь, мне просто очень надо, то мало не подумала, что ты меня списывала, мне еще плохую оценку поставили. Да ладно, забей. Но я же тебе алгебру дала списать. Они не проверяют. Да, я не тебе. Да, тут одна просто. Прикинь, Ваня такое вчера сказал Лерке. Вообще, типа, просто встречаемся, так ничего. Ты что? Так, давайте запишем домашнее задание. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 6 АБВ, номер 7 АБВГД, номер 10, номер 15. Номер 19, номер 20. Серьезно? Мы это проходили вообще. Ну, вообще-то мы это решали. Ладно. ГДС мой лучший друг. Ну и дополнительно порешать первый вариант самостоятельной работы и сдать тетради. Дополнительно? И сдать тетради. Класс. Пошла Лена на свидание сегодня. Угу. Класс. Get it. Ну и последнее. Уравнение. АХ квадрат. Пожалуйста, ты можешь не щелкать этой ручкой? Здесь у нас она не классная. Здесь у нас С, то есть отрицательный. Поэтому X квадрат у нас. Ну вот и подошло это видео к концу, я надеюсь, что оно вам понравилось. Ну а с вами была я, Ева, и всем пока-пока. Я пошла спать.